Один из участников смертельного ДТП на Большой Арнаутской сдался полиции. 22-летнего Валерия Ганченко заставили сдаться правоохранителям родственники. Второму виновнику аварии, 21-летнему Магомеду Берсанову, который, возможно, и находился за рулем, удалось скрыться. По предварительной версии, сейчас он находится на территории Российской Федерации. Я напомню, страшное ДТП произошло 26 октября на пересечении Большой Арнаутской и Преображенской. БМВ, в котором находился Берсанов и Ганченко, протаранил «Москвич». В результате аварии погибли два человека, тяжело травмировались четверо.